Народные песни, военно-патриотические стихи и непростые в исполнении хореографические постановки. Никто из зрителей не остался равнодушным. В этом году Краснодарскому колледжу культуры исполняется 70 лет. Для студентов выступление на главной сцене города-курорта стало своеобразным отчетным концертом. Программа наша больше направлена на традиционную культуру, на народную культуру, потому что только тогда, когда мы помним свои истоки, только тогда, когда мы помним свою историю, мы можем построить достойное будущее нашей страны. Патриотизм. Самое такое – патриотизм. Все в этом слове все сказано. Во-первых, сегодня тематический праздник. Во-вторых, мы специально для этого приехали посмотреть, как в Анапе концерты проходят. Концертную программу в Анапе продолжил молодежный рок-фестиваль «Родина зовет». Он проходил в Анапе уже в четвертый раз и, по словам организаторов, с каждым годом привлекает новых зрителей. Двум самым интересным музыкальным коллективам вручили подарки от журнала «В шоу-бизе 24». Концерт закончился только поздно вечером. Гости из Новороссийска, Динского района и анапские рок-группы собрали на площади более 4000 человек. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.